Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Столичный магазин закрыли из-за нашествия крыс. Как сообщает РИА Новости, на северо-востоке Москвы временно закрыли магазин «Пятерочка». Временно исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача по северо-восточному административному округу столицы Ирина Тарасенко рассказала, что такие меры были приняты из-за нашествия крыс. Согласно данным проверок, санитарно-гигиеническое состояние магазина оказалось неудовлетворительным. По информации издания, в стенах были обнаружены норы, а фрукты были погрызены. На этом пока все, а больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!